И всем привет, ребят, с мистер Майк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно тематике читов и то, что с ними сейчас происходит в нашей игре. Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровой аккаунт, установите мой личный так Tag Team Pack, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо темы читов и того, что сейчас у нас происходит в игре, то на сегодняшний момент времени в паркурах абсолютно разрешено все, в том числе и читы. Я даже ради проверки запикался сразу же первую попавшуюся карту в паркуре. Вот эта вот карта была. Зашел на нее, и что я увидел? Я увидел летающих читеров. И сейчас, по сути, настал такой период времени, что в паркуре можно все. Можно читерить, можно... Ну, по сути, вообще делать все. То есть не контролируется абсолютно никаким образом данный режим. Это продолжение, к слову, о саботажах, да? О том, что у нас там банят в ДМ-ки за саботаж. Банят в ДМ-очки за саботаж, да? То, что банят там игроков в штурме за саботаж, это понятное дело, что там все правильно по справедливости. И тут у нас есть просто легальные читеры, которых никто не контролирует, и это теперь стало пределом нормы, то что чилы в паркуре сидят на читах. Вот как раз место освободилось, давайте зайдем и посмотрим, что же у нас здесь теперь происходит интересненького. То есть каждый может теперь спокойно юзать читы и делать все, что хочет. Я где-то здесь, а ну вот. Вот этот, да, я так понимаю, да? Или нет? Где-то здесь летал боец на читах. Вот он летит. Вот он летит на чите, да? И, то есть, легенды, фулкаченные аки. Да, то есть, все у них есть, и они вот что творят. Просто чилы гоняют на читах и ни в чем себе абсолютно не отказывают, потому что это теперь не контрится. И это в пределах нормы. Даже если вы запикиваетесь, подаете жалобу на читера, приходит Виолатор, и он не банит читаков в связи с тем, что теперь паркур режим не контрится. То есть можно здесь сделать все, что вы захотите. Да? То есть мы видим читаков. И это норм. Я просто в шоке от этого, если честно. Да? То есть здесь я, конечно, не знаю, там за войны какие тут происходят в этом паркуре. Да? Но вот чел летает, и он вот так вот ставит просто мины на всей карте. Да? То есть вы знаете, что паркур приносит, ну, довольно солидные деньги проекту, да, и игроки, которые здесь играют, ставят мины кучами, да, то есть они вкладывают хорошие средства в игру, ну и теперь еще имеют легальное право читерить. Я, честно, в шоке. Честно, просто в шоке вот с этой темы. И хотел бы узнать у вас, что вы думаете по этому поводу, да? Должен ли с этим вообще в принципе кто-то бороться? Должны ли банить читеров в нашей игре? Потому что читы стали нормой в 2024 году. Я, честно говоря, был в шоке, когда я об этом узнал. Ну и, понятное дело, я не мог не записать подобного рода видеоролик. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу читеров, по поводу легализации, можно даже сказать, читов в нашей игре на сегодняшний момент времени. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Давайте масштабируем эту тему. Ну и напишите все свои мысли в комментариях. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.